Восьмой раз в Калязни состоялась конференция международной общественной организации «Русское собрание», которая получила название «Калязинские чтения». Эту встречу ждут как сами участники из разных городов, так и организаторы, для которых мероприятие стало большой честью и ответственной миссией. Единомышленники из разных регионов России ищут ответы на возникающие современные проблемы. На Калязинской земле собрались те, кто неравнодушен к происходящему, кто душой болеет за Россию. Это ученые, писатели, историки, журналисты и общественные деятели из разных городов. Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, Калуги, Нижнего Новгорода, Перми, Тулы и других. Тема конференции в этом году «Святые заступники земли русской. Современная Россия» была связана с юбилейными датами этого года. Это 800-летие Александра Невского и 500-летие обретения мощей преподобного Макария Калязинского. Задача сохранения русского мира, сохранения нашей истории, наших традиций, духовно-нравственного воспитания нашего населения, особенно нашей молодежи, это важно. Почетным гостем конференции стал Сергей Бабурин. Он выступил с докладом и провел отдельную встречу с молодежью и представителями общественности Калязинского района. Сергей Бабурин рассказал о своей политической жизни через призму событий 30-летней давности. Так вот, в чем ценность? Потому что 120 лет... Русское собрание формирует эти самые идеалы общества. Не надо считать, что они в обществе возникают сами собой. Само собой ничего не бывает. Идеалы должны формироваться и должны защищаться. И так совпало, что именно в день открытия Калязинских чтений ровно 120 лет назад, то есть в 1901 году, было учреждено первое русское собрание. Не сговариваясь никогда, 120-летие русского собрания. Сегодня, именно в этот день, в 1901 году, прошло первое учредительное заседание русского собрания в Санкт-Петербурге. И была учреждена эта первая русская национальная организация. По итогам конференции будут подготовлены несколько обращений в федеральные органы власти и общественные организации по актуальным проблемам и вопросам современности. По традиции, выездные конференции Русского собрания в Калязине ставят целью не только широко обсудить заявленную тему, но и провести практически полезные встречи с жителями города молодежью. Так было и в этот раз. Тематические секции, которые проходили в течение двух дней. Кульминацией конференции по традиции стал творческий вечер в районном доме культуры.